Всем привет, лето на даче, и покажу, как я черенкую петунью. Ну вот у меня здесь уже есть черенки, я их поставила в воду, они простояли, наверное, больше недели, и ничего, то есть в воде не получается. В прошлый раз я показывала видео, что в воде они не укореняются, только с корневина в почве. Но знаете, какое было мое удивление? Я поставила черенки просто в воду, за неимением корневина, и земли тогда не было, просто поставила вот оперу. Она дала корешки, я ее пересадила, и посмотрите, вуаля, она даже зацвела, дала бутончик, но я его оторвала. Так что все возможно. Укоренение сразу в землю. Так, вот для этого я их еще раз обрежу. Можно даже листья немножко подрезать. Вот так. Такой череночек. Ну, и второй такой же. Ну, классическое укоренение это с помощью корневина. Берем корневин, обмакиваем стебель в корневин. Вот так вот хорошо. И дырочку. И зажимаем с двух сторон, плотно зажимаем. Также мы сделаем со следующим. Дырочку преждевременно сразу сделайте, чтобы корневин не смахнул. И прижали. И это все потом накрываете так сверху. На 2 недели. Покажу результат, то, что я делала в прошлый раз. Вот петунья, которую я поставила 2 недели назад с корневином прямо в почву. Посмотрим, что сейчас тут. Ну, результат говорит сам за себя. Они укоренились, они дали новые листики. Вот это новые листики светлые пошли. И сейчас я их уже пересажу в обычные горшочки.